Профессор университета в Тегеране погиб в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю террористом на мотоцикле. Еще два человека ранены. По данным иранского агентства «Фарс», Мустафа Ахмади был ученым-ядерщиком. И если эта информация подтвердится, его гибель встает в ряд аналогичных покушений на сотрудников ядерной программы Ирана в последние годы. Тегеран приписывает их спецслужбам Израиля и США. Обе эти страны неизменно отвергают подобное обвинение.